Привет, дорогие мои женщины, это снова с вами я на проводе, и снова у нас сегодня барахолка, шопинг, клозинг, вещи. Я хочу сегодня показать вам 6 вещичек я приобрела на этой неделе. Я их купила, опять же, я уже рассказывала в видео, но я сейчас повторяюсь, еще раз показываю то, что насколько вы можете, в общем, купить очень хорошие вещи, кто здесь находится в Америке. И в экономии денег это очень хорошо, и вещи очень хорошие, качество хорошего, и можете себе, так сказать, пополнить свой гардероб. Опять же, это Kohl's, и опять же, у меня $10 офф было на этот бренд, показываю. Вот этот брендик. И я, значит, в течение недели вот купила себе хорошие вещи. Хочу немножко сейчас, перед тем, как показать, я хочу уточнить, что и как, значит, это делается. Мне раньше приходили как бы письма на мою почту, на e-mail с Kohl's. Я оставляла свой e-mail адрес в истории, и мне приходили всякие разные купоны, проценты, т.д. Но я еще вдобавок взяла, поставила, вернее, я зарегистрировалась в Kohl's онлайн и поставила на телефон, и когда открываешь этот, значит, онлайн этого магазина, то там просматриваются все купоны, все скидки, какие есть у них дискаунты, и что, и как, и почем. Это намного лучше, намного больше можно посмотреть и в этом самом сайте Kohl's. Почему? Потому что на почту, допустим, мне пришло 15%, но когда я открыла онлайн Kohl's, то получается там было 10% вот этого бренда минус, и плюс еще всякие разные были по $10. Ко всему этому. Ну, там были еще на мужские вещи тоже $10, но я ничего хорошего там не нашла, и поэтому я использовала этого бренда $10. Поэтому это намного удобнее, намного выгоднее как бы пользоваться вот этим онлайном Kohl's. Ставите себе на телефончик, открываете, значит, когда вы там находитесь в магазине, открываете, смотрите, что у вас там есть, кликаете, допустим, на эти $10 этого купона, открывается вам вторая страница, но это как у меня в телефоне, должно быть и у вас так же само. Открывается вторая страница этого купона, значит, там показывает сканировка этого $10. На кассе, когда расплачиваетесь, вам сканирует этот купончик с вашего телефона, и таким образом вы покупаете себе вещички. Значит, там еще пишут, что если вы потратите на $30-40, то как бы этот купон вот действует. Но не обращайте на это внимания, как бы не пугайтесь, что там так пишут, потому что вот на моем примере все это видно. Все это действует и сканирует так же самое по клиренсу. Ну, конечно, если вы что-то найдете по клиренсу, потому что, понятное дело, клиренс там уже что уже остается, как бы. Найдете вы свой размер или не найдете, понравится или не понравится вещь, можете купить и по полной цене, допустим, этого бренда. Ну, допустим, я к примеру говорю. А вот. Но я как бы нашла по клиренсу, и дело в том, что, во-первых, экономия большая денег, и меня эти вещи вполне устроили. То, что мне действительно понравилось. Значит, получается, что вот эти вот два свитера, очень красивых свитеров, они такие вот длинновастенькие. Здесь по бокам такие вот разрезики. Качество очень хорошее. Вообще, это бренд очень хороший. Очень хорошее такое качество. Катон. И, значит, стоят они... Минутку. Где их нем? Тут и цена. Ну, в общем, 11.20. 11.20 я взяла по клиренсу, 11.20, это свитер, который стоил 44, да, или не 44, или, а, 50, ой, сколько, сейчас, подождите, очки одену, минутку, $56, $56 стоил, 80%,
или сколько тут, 80, да, 80% значит клиренс, и в итоге получается минус 10 долларов, доллар 20. Плюс 15% та же самую неделю действует эта скидка. Минус еще вдобавок 15%. Но получается, там накидывают таксу, и получается, как бы эта такса, вот и она и скидывается на, за эти 15%. В общем, получается, как бы чистыми доллар 20. Я сомневаюсь, что вы где-то найдете за доллар 20 такой шикарный свитер, который стоит 56 долларов. Его даже за 11-20 можно купить. И такой же самый свитер, только белый. Такой же самый белый. Вот такая тоже кофточка, которую я заплатила 2 доллара. Да. 2 доллара заплатила тоже. Она 12 долларов стоила. И она, значит, черненькая. Вот такая вот. Под водолазочку, в общем. Ажурная такая, с блестящим. Под водолазочку или под что-то другое. У нее такой рукавчик чуть-чуть спущенный, так она вот здесь вот, вот так вот такая. Потом, значит, вот такая вот тоже. Вот за эту я тоже заплатила 2 доллара, она стоила по клиренсу 12 долларов. Это такая трикотажечка, такая змеечка, коротенький рукавчик, здесь кармашечки. Такая тоже она очень интересненькая. Потом вот такая вот разлетаечка. Разлетаечку я заплатила, правда, 6,80, она стоила 16, да, 16,80 она стоила. Ну, я так думаю, что за нее стоит даже заплатить и 16, тем более 6,80. Кофта очень красивая, это шифон, внизу маечка. На любителя, конечно, кому нравится, но я люблю такие вещи носить. У меня есть таких уже две, и я летом носила. Просто очень красиво, очень красиво. А это вообще красивая кофта. Очень красивый рисунок. Вот она, ничего здесь такого, ничего нету. Такого просто здесь по бокам зашито. В общем, квадрат, но смотрится, конечно, очень красиво. И плюс еще вот туничка у меня здесь висит. И туничка вот такая вот. За туничку я заплатила 3,20. Значит, 13,20 она. $3.20 туничка. Тоже такое очень нежное, такое качество хорошее. Она такая тоненькая, она такая приятная. Ну вот, как бы получается долларов, сколько выходит там. Ну, сейчас мы даже сейчас сосчитаем, сколько это выходит. Так, 2,2, 4 и 2. 2,40, 2,40 и 4, 6,40, 6,40 и 6,80, 12, 13,20 и 3,20, 16,40. 16,40. 6 вещей на 16 долларов. Вот сами теперь думайте, стоит ли это или не стоит. Я думаю, что это, конечно, стоит того. Это, конечно, стоит. И вещи тем более красивые, хорошего качества. Так что можете себе пополнить гардероб, обновить. И большая экономия денег. Если, конечно, будете вот пользоваться онлайном Колсой или этими всеми купонами, скидками, или вам на почту будут приходить, в общем, нету разницы. И еще хотела показать одну вещичку, которую я, так сказать, кофточку такую приобрела в этом же самом Колсе. Тоже у меня там была вот этого бренда, помню, была тоже 10 долларов скидка, в общем, я ее купила тоже, не помню, вообще, по-моему, ничего не заплатила за нее. Но что я хотела именно показать? Эта кофточка очень хорошенькая, она мне так очень нравится, я ее очень часто ношу. Но она немножко коротковастая. Вот здесь я вот, я не люблю сильно короткие. И что я решила сделать? Я купила кусочек материи. Интересно, я так подобрала розочки под розочки. Такое голубенькое и желтенькое, красненькое. Ну, в общем, получилось прям подобрано очень красиво.
И добавила сюда в рукавчики, добавила сюда, вот сделала. Здесь была завязочка красненькая, ну, я поменяла, конечно, на это, добавила сюда. И, ну, такая получилась, удлинилась за счет этой вставки. Ну, получилась очень красивая оригинальная кофта. Мне уже несколько раз комплименты даже в Кулсе делали. В общем, я когда стояла на кассе, девочка говорит, что-то у вас, говорит, знакомая кофта у меня, говорит, вот такая красивая, говорит, кофта, но знакомая. Ну, я говорю, конечно, она знакомая вам, потому что она с этого магазина, с Кулса, с вашего. Но говорю уже в моем, так сказать, исполнении. Я ее немножко переделала. Ну, вот она говорит, да, очень хорошо, действительно получилось, очень красиво. Когда ее одеваешь, она очень красиво смотрится. И плюс к этому всему я подобрала шарфик, тоже нашла такой, просто, ну, прям подошел. Тоже розочки, все розочки, такие же самые все розочки. Я была сегодня в Walmart'е, выбирала шарфики, так как у нас похолодало уже, и нашла вот такой вот шарфик. Кстати, в Walmart'е можно купить очень много разных шарфиков по совсем тоже смешным ценам. Вот этих я два шарфика вместе в комплекте купила. $4.99, $5. Ну, в общем, получился шарфик с кофточкой в комплекте. Очень красиво смотрится. И такая получилась у меня красивая комбинация кофты с вставкой такой. Ну, это то, что я хотела сегодня вот показать, вам рассказать. Так что... Если кому-то интересно, конечно, вот можете в Кулсе искупиться на совсем копейки и при этом, так сказать, сэкономить свой бюджет, свой кошелек, вот, и хорошо, хорошо выглядеть и хорошо одеться. Все, дорогие мои женщины, приятного просмотра, пока-пока, всем хорошего дня!